Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас новая серия по Imagine Free Play, 7-й сервер. Давайте я скриншотик быстренько сделаю, вот такой вот. Сегодня у нас, короче, будут прыжки с самолета, я так понял. Довольно-таки прикольно. Так, по очереди. Так, я запрыгнул, хорошо. Это хорошо. Там вон еще один самолет, короче. Я вообще редко на первом сервере снимаю, но, блин, в этот раз я решил поснимать. На крыльях. Ага, Аним 33. Хорошо, пишем Аним 33. Все, прописали, на крыльях, все, заебись. Ну, я думаю, будет довольно-таки весело. Снимаешь, давайте напишем. /B+. Да, дружище, я снимаю. Решил записать видосик, потому что вообще редко мероприятия какие-то интересные делают на Мазинке. Ну да, в основном какие-то банальные там. Даже не знаю, как привести вам к примеру. Ну там поливалок вот это банальное. Вот это что-то новенькое и интересное. В нашем самолете сидит Диего Фреш, администратор. Поэтому, Киря, мне привет передай. Хорошо. Диего Фреш, привет тебе большой. Дай 3К ПЖ. Кирилл, можно привет? Давайте напишем плюс. Алекс Форд, привет тебе. Всем привет, пацаны. Всем большой привет. Так, давай так, только не как в Америке. 11.09. Так, все, я уселся, нам дали парашют. И если мы даже упадем, то мы не убьемся, по идее. Можно привет? Плюс напишем. Алекс Форд, я тебе уже передал привет. Короче, летим. Довольно-таки прикольно все выглядит, давайте, я не знаю, может как-то вот так вот поинтереснее будет. Все, кто тебя, себя видят, пацаны, всем вам привет большой. Но вот это поинтереснее, блин, вот это красавчики админы, потому что вот это интересная МПшка, на самом деле. Полетать на крыше самолета, на крыльях самолета, это довольно-таки интересно. Кто анимацию не юзал, конечно, им будет немного туго. Это, типа, выжить надо или это просто мы катаемся? Я просто не понял, на самом деле. Ну, довольно-таки интересная МПшка. Чувак зря стоит просто. Смотрите, сейчас он упадет. Все спрыгают с парашютов, но я хочу полетать подольше, чтобы видосик поинтереснее был. И посмотрим, кто же останется из всех людей. Ну, вроде бы анимка нам помогает. Поэтому я не буду его выключать. Но это довольно-таки круто, блин. Реальный респект админам первого сервера, то, что они вот такую интересную пешку придумали, потому что, блин, ну вот это надоело, ты знаешь, король дигла, вот это тем более, ну, не знаю, как по мне, это сильно банально, а вот такие МПшки именно для народа, даже без призов, они более интересные и как бы интереснее на проекте поиграть даже, на самом деле, поэтому это круто. Так, что-то меня напрягает то, что он так стремительно движется к земле, может мы сейчас разложимся, но надеюсь, что нет. Вообще спонтанный видосик, как бы. Я вообще катался, просто зашел в игру, смотрю, пишут, типа, вот такое мероприятие будет. Я сразу бандика включил, зашел, вот, и решил записать для вас видосик. Потому что видосы, повторюсь, по первому серваку реже выходят, чем по седьмому. Хотя сейчас они вроде бы стабильно выходят, что и по первому, что и по седьмому. Поэтому как-то так. Поэтому да. Ну не знаю, мне прикольно так полетать, знаете, посмотреть так вот с админами. Это довольно-таки интересно и прикольно. И весело, самое главное. Самое главное, что не скучно. Потому что я просто катался, мне было скучно. На мурке катался и все. А тут такая МПшка подкатила. Для игроков именно, без какого-либо приза. Это довольно-таки прикольно. Довольно-таки прикольно. Не знаю, как долго мы будем летать. Конечно, весь процесс полета я не буду записывать, потому что это будет долго. Ну, я думаю, если мы поднимемся высоко, то можно будет с парашюта куда-то прыгнуть. Чисто так, для интереса. 12 рублей. Не, спасибо, дружище, не хочу я. Спасибо, но не нужно.
Так, аккуратненько. Мы пролетаем уже возле Нашана. Ой, чувак выпал. Видимо, чуваку надо к Нашану. Диего Фреш. Так, летим. Диего Фреш это вообще админ? Админ. Диего Фреш. Да, это младший администратор, короче. Все, я взял. Спасибо, давайте напишем ему. Спасибо. Так, забыл, что у нас анимация не сбивается. Дай 3К ПЖ. Лол. Payday пришел. Так, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет опасно что-то. Что-то опасно. А, это он разворачивается. Дай 3К ПЖ. Чувак флудит, он походу выпал, да? Или что с ним сделали? Снял затычку. Ладно, непонятно, что с ним произошло, но ладно. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Так, мне показалось, что там никого нету в самолете. Думаю, нихера себе, что за приколы. Черный. Если фамилия Черный, что? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне кажется, он решил повыпендриваться немножко. Ёб твою налево. Я умер. Я почему-то умер. Ну ладно. Что-то баганул. Какой-то баг, походу, произошел. Так, окей. Главное, чтобы не крашло. Хочу, чтобы запись сохранилась. Поэтому как-то так. Ну, вообще, такой ни о чем видосик был. Чисто развлекательный, если что, пацаны. Там, к сердцу не берите. Кстати, многие там возмущались, типа... по итогам конкурса, что типа вот, все накручено там было и так далее. Пацаны, как могло быть все накручено, если я выбирал победителя при вас, в прямом эфире. Выбирал победителя, выиграл чувак, я снял видос и передал ему машину. Там писали, это Джонни Прайд, вы что гоните? Какой это Джонни Прайд? Во-первых, голоса разные, у других аккаунты разные. Можете лично писать тому человеку, кто выиграл. Я там скриншотик в видосе вставлял. Картинка тому видна и как в аккаунт подписан. Поэтому, пацаны, блин, чё вы бредите? Серьезно, если вы так будете себя вести, я не буду конкурсы делать. Поэтому, блин, не надо так писать. Нужно радоваться за других, кто выиграл. Как бы, вы сами понимали изначально, когда участвовали, что кто-то один выиграет. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.